22-летняя Кайли Дженнер вновь взбудоражила фантазию своих поклонников. На этот раз модель устроила жаркую фотосессию в просвечивающемся комбинезоне при минусовой температуре. Звезда реалити-шоу позволила себе преждевременные новогодние каникулы. Вместе с друзьями она отправилась на горный курорт закрытого типа. Гостям предоставляется возможность пожить в эксклюзивных номерах, расположенных в мини-домиках. Вокруг них находится лес с зонами отдыха. Дженнер решила разогреть фанатов смелыми фотографиями. Самая молодая миллиардерша в мире позировала в обтягивающем просвечивающемся комбинезоне с меховым воротом и манжетами от Chanel. Девушка распустила длинные волосы и сделала фирменный макияж. Нарисовала длинные стрелки и нанесла нюдовый блеск на губы. Кайли дополнила зимний образ серебряными сережками необычной формы. Фотографии модели вызвали бурную реакцию в первую очередь среди ее звездных сестер. Так, Хлоя Кардашьян выразила опасения насчет здоровья родственницы после такой холодной съемки. «Как ты не мерзнешь? На улице сильный минус. Мне на тебя смотреть больно», – высказалась она. Мнение Хлои поддержали фанаты. «В погоне за красивыми снимками ты рискуешь что-нибудь себе отморозить. Поберегла бы ты себя». «В этом комбинезоне можно неплохо позировать и в помещении», – прокомментировали фолловеры. Дженнер ответила на их слова еще одним снимком, сделанным в номере. На этот раз она позировала в Total Black Look. Надела прозрачный свитер и кожаные брюки. Завершили образ меховые ушки и перчатки из грубой кожи. В кадре звезда наслаждалась шампанским. Кайли любит эпатировать публику откровенными кадрами. Так она похвасталась фигурой в ярком манекене. А на днях предстала перед фанатами в эффектном образе, надела алое мини-платье и сделала яркий макияж. Откровенность девушки имеет свои пределы. Так владелица бизнес-империи постеснялась показать свое лицо после посещения косметолога.